Здравствуйте. Простите, а вы не подскажете, как эта стенка светится? Я просто... Вы позволите взглянуть? Спасибо. Первый раз вижу. Она полупрозрачная, да? Она полупрозрачная, и за ней... тканевая? Да? Спасибо большое. А, все, как натяжной потолок. Точно. То есть впервые вижу, потрясающе красиво. Мне глаз не отвести, спасибо. Да. Вы знаете, мне это еще консоль, это, как правильно сказать, очень понравилось. Я тоже впервые вижу. Мне почему-то показалось, что она откатная. Я с той стороны смотрел, показалось, что там как будто колесики, но она фиксированная. Как стена. Да, да, да. Что-то тоже интересно. Ладно, извините, спасибо. Да.
Здравствуйте. Thank you.
да, мы уже всегда.
Вот они.
Ну, я понимаю, что он не может. Ну, а там у
Thank you.
Thank you.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, мне вот зеркало ваше понравилось, я смотрю, любуюсь. Приходите поближе. Да, спасибо. Спасибо. Я всегда к вам захожу, мне очень нравится вот этот уголок ваш. Очень, да. Очень. Да. Вы знаете, я видел не то чтобы напоминающее вот это, но неожиданные такие же впечатления у меня вот были в душе. Я видел такую каминную топку, такую чугунную резную, и в ней лежали книги. Как вот так в разнобое. Вот я когда вижу, у меня вот такие же ассоциации почему-то. Да, вы знаете, и ассоциации вот такие же. Спасибо. Здравствуйте. Не, я просто поздороваться. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вы не подскажете, а кофе здесь можно купить? С собой? Да. Небольшого объема. Или какой-то фиксированный объем существует. А, нет, я неправильно выразился. Молотый кофе. 100 грамм. А это кофе какой-то определенный или только одного вида? Это только один вид. У нас сразу готовая смесь. Угу. 80 арабики и 20 рублей. Скажите, пожалуйста, какой-то объем 100 грамм? У вас есть? Угу. Ну, примерно вот такой. Понятно. То есть это немного? Да. Ну, ладно, хорошо, я выдержусь. Спасибо. До свидания. Виды-то имел,